Здравия желаю. Тут многие спрашивают, почему, значит, счетчик не крутит. Сейчас объясню просто, и все поймете. Много вопросов было. Вот смотрите. За этим посмотрите. Внимательно. Видите, что происходит? Человек бьет мячом об стенку, а мяч возвращается. Поняли? Суть-то. То же самое происходит с током. То же самое с током сейчас нарисую. Так. Вот, допустим, лампочка. Лампочка. Вот реле. Или даже не лампочка, со счетчика спрашивали. Счетчик. Вот счетчик. Счетчик. Так. Вот реле. И вот лампочка. Лампочка, видите? Вот реле ставим, допустим, на 0,1 секунды и 0,3 секунды. Вот так. Вот ток пошел вот отсюда сюда, 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 сюда на лампочку, а это 0. Вот здесь спираль, видите, спираль, вот он идет. А потом раз, закрыли, закрыли, куда ток пошел, вот этот вот, если здесь закрыто, назад. Вот, смотрите, он бьет об стенку, куда мяч идет? Назад, а если бы не было стенки, он бы дальше полетел, вот и все. То же самое происходит с током. Все везде одинаково. Вот он бьет об стенку, и в него назад прилетает. Видите? Действие равно противодействию. Все возвращается назад. Тоже возвращается ток. Если мы не перекрыли, он дальше пошел. Если мы не перекрыли вот здесь. Вот здесь вот. Он дальше на лампочку идет. Вот так вот. И счетчик крутится. А если мы перекрыли, раз, он назад пошел. И счетчик назад пошел крутиться. Вот и все. То есть обратный ток, так же как мяч. Вот так же и ток летит. Вот смотрите, как он бьет мяч. Ударил, он назад прилетел. Ударил, назад прилетел. Ударил, назад прилетел. Ударил, назад прилетел. То же самое ток. Не было бы стенки здесь, мяч дальше полетел. Также у нас реле бы не отключило вот здесь. Не отключило бы вот здесь. Ток дальше бы пошел. Отключило, он назад пошел. Вот это принцип реактивной энергии и обратной энергии. Если есть вопросы, пишите. Спасибо за внимание.